Для поклонников операционной системы Android компания Google приготовила очередное масштабное обновление фирменного магазина приложений Google Play. После установки обновлений пользователи получат возможность делиться с членами своей семьи контентом по специальной подписке. Также теперь будет гораздо проще искать нужные приложения за счет добавления новых разделов. Новая семейная подписка позволит каждому пользователю мобильных устройств Android бесплатно передавать контент 6 членам своей семьи. Передавать можно как бесплатный, так и платный контент. Владелец программы может указать, кто из его подписчиков получит к ней доступ. Также по желанию можно ограничить возможности на покупку или вообще скачивание новых приложений определенному члену семьи. Создавая семейную подписку, вы фактически делаете главный аккаунт на Google Play, через который можно администрировать работу остальных пользователей из своей группы. Также больше нет необходимости перезаходить под разными логинами, чтобы не оплачивать покупку одного и того же контента на разные мобильные устройства членов семьи. Теперь в Google Play добавятся такие категории, как искусство и дизайн, авто и транспорт, знакомство, красота, дом, мероприятия, еда и напитки, воспитание. Кроме этого, часть существующих категорий получили новые названия. Так, транспорт стал карты и навигация, а мультимедиа и видео теперь называются видеоплееры и редакторы. Google не исключает, что названия категорий могут меняться в дальнейшем, а также, что к ним могут добавиться новые. Но обещают делать это только в интересах повышения удобства использования Google Play. Компании ожидают, что разработчики переквалифицируют свои приложения, чтобы пользоваться было проще и интереснее.